Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Lexus LS 2006 года выпуска. Объем двигателя 4,6 литра. 1 УРФ СЕ. Первый цилиндр. 15 килограмм. Второй цилиндр. Тринадцать с половиной килограмм. Третий цилиндр. 15 килограмм. Четвертый цилиндр. 14 килограмм. Пятый цилиндр. 15 килограмм. Шестой цилиндр. 13,5 килограмм. Седьмой цилиндр. 15 килограмм. Восьмой цилиндр. 14 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.